блин. Вообще ничего не слышно. Всем привет, мы на канале Калмила Каролина. Она говорит, мы сегодня пятый день на море. Помашите ручками. Девчоночки просто отдыхают. И коктейли пьем, да? Молодцы. Погодка хорошая. Растяжка по навесам, приходите. Так, рыбка приплыла. О, рыбки плывут, девочки, яички кушать кидаем. Вон, вон, со всего света. Аня, Аня, там омлет в тарелке, тащи сюда. Сейчас, вон их сколько приплыли. Ну что-то не голодное, вон сплываются понемножку. Они яички любят вареные. Ну что-то их мало. Девочки мои кормят рыбок. Андрюша тоже кормит. Тебя. Ань, давай омлет кидай. Ты распугалась, Снежана, всех рыб. Камерой вон подплывают. Рыбка, это видно. Она не может никак проглотить, Лянь, думает, есть еще и омлет или нет. Она подводная? Да. Все, поуплывали. Маленькие только. Вон жирненькие приплыли чуть-чуть. Красивая, как омлет разноцветная. Оп. Ну он же подводный, ничего страшного. Ну, так их тут несколько было таких. Она ж омлет тут кушала. Я же говорю, красивая как омлет, только синего нет в омлете. Так, ну тут что-то мало рыбок. Они, наверное, не голодные. С утра уже позавтракали. Да, вот так бы на горке ты знаешь, кататься бы, блин. Рыбка шмя. Как в прошлом, да, отлично? Как
Готово. Очки. Камил, давай мне очки, Камил. Давай. Круто! Кинул! Каролин, ты с лестницы прыгай! Холодно, наверное, уже. Ты мелочь? Мелкая рыбка. Что, прыгать будешь? Прыгать, пойдем. Спасибо. Давай, 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 давай!
ехать.